Видео подготовлено каналом Уроки ТВ номер 287 из раздела «Две окружности на плоскости». Начертите три концентрические окружности с радиусом 2, 3 и 4 сантиметра. В случае, когда центры окружностей совпадают, такие окружности называют концентрическими. Начертим три окружности с разными радиусами. Один из этих радиусов будет равен 2 сантиметра, радиус самой меньшей окружности. Радиус окружности побольше будет равен 3 сантиметрам. И радиус третьей окружности будет равен 4 сантиметрам. Самое важное в данном задании, что окружности имеют общий центр в точке О. У вас возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.